Ютуба, меня зовут Ричик, и добро пожаловать на продолжение прохождения карт от подписчиков. Что ж, дорогие друзья, спустя долгих лет я очередной раз возвращаюсь в эту прекраснейшую рубрику, которая так вам понравилась. Что ж, ребятки, думаю, что не будем медлить и начнем. Да, кстати, сразу говорю, что карты свои вы можете скидывать в группу ВКонтакте. Я ссылочку дам в описании, куда вы вообще-то скидываете, на какую запись именно. Вот. Ну что ж, ребятки, приятного просмотра. Итак. Привет, Речик. Эту карту я сделал для тебя. Это карта про Новый год. Спасешь ли ты Новый год или нет, решать тебе. Удачи. Правило не читерить, ломать блоки, если сказано. Ставить спампоинт, если сказано. Ну и веселиться. Очень сложно читать, ребятки, потому что тут очень много ошибок, нету запятых и так далее. Удачи. Ах да, собирай золотые сковородки. Они пригодятся для сюжета. Карта называется «Спасение подарков». Карту устроили Вова и Саша. Старались, но есть недочет. Извини за недочет, опять же. В общем, веселись. Иди по лестнице. Итак, как мы уже могли понять, это сюжетка. А как вы знаете, я очень люблю проходить сюжетные карты. Особенно, если в них есть всякие задания. Ну что ж, погнали. Итак, ты проснулся на работу. Как это немного странно звучит, ладно. Ты работаешь у Санты, твоя работа заключается в том, чтобы раскладывать подарки. И сегодня он даст тебе задание, у тебя есть шанс на повышение. Кстати, да, всех с Новым годом, ребят. Возьми вещи из сундука и иди по факелам. Ага. Берем вещи из сундука. И как нам сказали таблички, идти по факелам. Так. Погнали. Рэчик. Зелье скорости. Ой, извините. Да. Вот. Так, а где факела? Вот факел какой-то. Ага. Тут какие-то разные факела. Но я думаю, что нам нужно именно по этим факелам идти. Ладно, давайте брызнем зелье скорости. Вот. И побежим. Так. Но я специально решил выложить карту, ну, запустить карту. И помимо прохождения карт, я буду снимать кое-что другое. Вот, мы уже набрали команду. Ну, почти набрали, по крайней мере. Мы потихоньку набираем команду на новую, на еще одну рубрику. Ура! Вот дом Санды. Ты. То есть, ты, наверное, это я, значит, получается, говорю. Окей, дом Санты. Какой-то этот дом Санты странноватый. Ну ладно. Нет, тут не похоже. Я бы не дал бы, что это. Не сказал бы, что это дом Санты. Ну да ладно. Зайди в дом. А это что такое? Ага, тут, наверное, потом. Ну ладно, нам сказали зайти в дом Санты. Возьми топор, он пригодится. Ага, ломает только доски. Золотые самородки. Самородки, я так понимаю, это как бонус, наверное, да? Привет, Рэчик. Ага, Санта, привет, что за срочность? Рэчик, на наш завод игрушек напали отряды гринчев и разграбили. У нас они украли все подарки. Если мы их не вернем, Нового года не будет. Но чем я могу помочь? Только тебе я могу доверить такую важную миссию. Что должен сделать? Сходи на завод, там расспроси троллей, а они подскажут, куда пошли гринчи. Так, хорошо. Это, я так понимаю, Санта. Хорошо, это черная кровать Санты. Ладненько. Так. Иди по факелам, если хочешь попасть на завод. Ну, я хочу попасть на завод, иду по факелам. Карта пока что мне очень нравится, но я хочу ждать какие-либо испытания. Вот. Так, вот, смотрите, что я заметил. Ломает только доски. Помните, что нам говорили? Вот, я уже что-то нашел. Давайте сейчас вот. Обалдеть, у нас 22 самородка. Ой, да. Вот так вот. Еще какая-то. Не знаю, вода. Не знаю, что, к чему нас это приведет. Может быть, что-нибудь тут есть. Так, ничего, ничего.
Ничего, ладно. В таком случае идем обратно. Нас затопили. Мы выбрались. Так, идем. Ух ты, там какой-то паркур, я вижу. Ладненько, идем. Фух, тут должен быть завод. Тебе не сюда. А, ну окей. Иди дальше. Иду дальше. Лагает немного. Здесь остались одни руины, но где выжившие? А, это типа я говорю, ладно. Я просто голосом табличек сказал, ну ладно. Не знаю, что за табличка. Ладно, пойдемте сюда. Кто-то поговорит. Помогите, помогите. Иди по следам крови. Идем по следам крови. Ух ты. На нас напали, они пошли в свой бункер. Где он находится? Недалеко отсюда. Возьми меч мой. Он в сундуке на обвалинах. Ай-яй-яй-яй, какого хрена? Зомбай. Я, конечно, все понимаю, но я прохожу карту. Хорошо. Так. Задание найти меч, незнакомца. Ну вот я видел какой-то вот здесь сундук. Может быть здесь меч? Ай, что, стреляет, что ли? Гата. Давай! Кто-то в меня стрелял постоянно. Ой-ой-ой, вот я мазила. Ой-ой-ой, здесь тоже проблемы у нас. Отлично. Давайте стейк. Итак, нам сказали идти по следам крови. Вау. Окей, идем по следам крови, типа. А, крипак, крипак, пошел отсюда. Пошел, пошел нафиг. Так, по следам крови идти. Так, ну что ж. Нечего пока комментировать, просто мы идем по следам. Оп, прыгай туда. Окей. Где я? Ставь спаун-пойнт. Обалдеть. Спаун-пойнт. Аллилуйя. Так, поставили спаун-пойнт. Так. Сюда иди. Лагает. Рэчик. Откуда ты меня знаешь? Неважно. Важно то, что я служу Гринчем. Ясно. Где твой Гринч? Пройди моих три сложных испытания. Хорошо, но куда идти? А, сюда. Для начала отгадай вопрос. Сколько будет сколько будет 11 умножить на 11? Ну, это, ребят, ежику. Понятно, что это 121. Черт, как голова болит. Ух ты. Так, нет, меч мы пока положим сюда. Возьмем. Кстати, я не одел броню, заметьте. Я забыл одеть броньку. Так. Так. Ой-ой-ой, что-то я запутался. Ну да ладно. Так. Там сюда. Да? Да. Начинается опять. Кстати, заметьте, у нас тут... Ну ладно. Второе испытание. Убей моих прислуг. Второе испытание я. Ладно. Гринчи, Гринчи, Гринчи на меня нападают. Уйди, 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 уйди. Они жесткие, ребят. Их тут вообще полным-полно. Ладно. Обалдеть. Мы загасили тут целую кучу. Ладно, ладно. Так, покушаем печеньки. Как ты смог? Что дальше? Последнее испытание. Сюда. Почему тут много трупов? Это моя еда. Выбирайся отсюда. Ну, окей, а там какая-то дверь, я не знаю. О! Обалдеть.
У нас 42. Надо было, кстати, мне вырубить уведомление. Ну да ладно. Так, тихо-тихо-тихо. Ладно, потом прочитаем. Нам сказали подниматься. Я не знаю, конечно, что там было написано. Но около нас зомбарь. Ой-ой-ой, еще один зомбарь. Не один. И крипер. Фак. Ладно, нас просто снесли. Идем обратно по-бырому. Ой, нас взорвал крипер. Печально. Да ладно, в любом случае. Ну, блин, он взорвал там, наверное, кучу табличек. Да. И возвращаюсь за подарками. Так, я так понимаю, нам нужно пройти паркур. Окей, паркур так паркур. Ну, конечно, как всегда, блин, на самом интересном месте мы просто лоханулись и поторопились. Еще раз. Ой, как я люблю тебя, паркур. Да ты... Ты угораешь. Господи, с этим паркуром это только заморочки, а не... Наконец-то. Ай, лагает, 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 ребят. Все. Ага. Слушайте, у нас уже, смотрите, как много этих. Ну, вы поняли, тех самых. Так, ну, у нас тут уже более стака. Блин, возвращаемся по-бырому, а то у меня сильно лагает в этом месте. А-а-а, лагает, 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 лагает. Уходи, уходи, уходи. Все, отлично. Так, еще одна. Ага, вот, 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 вижу, вижу. Отлично. И еще мы, у нас уже более... У нас вообще куча уже. Так, тихо, 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 тихо. Беги, 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 беги. Е. Yeah. Так. Поставь свой мод, возьми вещи, и там будет сложная... А, вещи, там будет сложная битва. Окей. Положим, вначале... Я так понимаю, сейчас будет тот, с кем мне попросили не биться, потому что как бы большие проблемы с боссом. Ну ладно, сейчас посмотрим, что за босс, вообще, может быть, мы справимся. Так. Взяли силы, нет. Берем вот это, берем вот это. И если ты слушатель, то мы ни в коем случае не должны будем биться, потому что создатели карты попросили. Точнее, тот самый Вова и Саша. Ну что ж. Сразись со мной, если хочешь вернуть подарки. Опять, кстати, нам спампон сказали построить. Ой, построить. Поставить. Извините. Да, это сушитель. Возьми голову и поставь. Ну, я не буду... Вот, ребят, вот, да, я теперь понял, в чем была недоработка. Вот, собственно говоря, проблема. Знаете, я рискну, скажем так, своим здравием. Я исправляю, первый раз исправляю карту, наверное, в своей жизни. Я исправляю карту создателя. Это просто чудо какое-то, наверное. Где стрела-то? Ё-моё. Обычная. Вот. Ставим гейм-мод 0. Гейм-мод 0. Вот. Все здесь у нас имеется. Кладем. Все-таки хочу положить самородки. Все-таки надо это сделать. Возьмем из сундука. Да все яблоки возьмем. Ладно. Так и быть. Топорик. Меч, все это мы пока что кладем сюда. Нет, хотя это... Ладно, пофиг.
Так. Все. Будет очень жесткая битва. Давай, 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 давай. Ну, ясно, короче. Так, осушитель там, да? Хорошо. Сейчас мы должны будем схавать яблочко. Обалдеть. Вот это жестко. Так, приготовимся. А где лук? А, лук там, точняк. Да, опять за свою. Ёшкин ты, кошкин-то, а? А он выплескивает своих, блин, иссушителей. Ёшкин ты матрёшкин, он просто все взорвал. Я пошевелиться, ребятки, не могу. Прикиньте, я пошевелиться не могу. А, все, я вижу, где я. Ну да. Так, а где это мы? А, ну он все бахнул, блин, конечно. А давайте по-бырому соберем сейчас все вот эти блоки, которые... Из-за которых все лагает, собственно говоря. И лаги моментально уйдут. Так, ну надо будет сейчас как-то вот это дело. Давай, 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 давай. Мы разобрались с Гринчи. Странно. Опа. Так. Ха-ха, ты думал, все так легко? Да. Это был не я, а мой брат. И теперь гни тебе в тюрьме. Я найду выход отсюда. Я найду выход отсюда. Как болит голова. Иди сюда. А продолжение следует. Обалдеть, ребятки, продолжение следует, будет вторая часть, я буду очень рад этой второй частью, я хочу, чтобы она вышла, прям прикольная карта, ребятки, прикольная, испытания есть, все есть, так, иди сюда. Спасибо за прохождение, Рэдчик, теперь посчитай, сколько у тебя золотых самородков, у меня много золотых самородков, если с 60 до 120, то ты молодец, и скажи, делать ли мне продолжение, если да, я буду рад. И мне интересно, понравилась тебе моя карта или нет. Я обязательно посмотрю видео с моей картой. В общем, удачи и много подписчиков тебе. Ну, а это подарок твой на Новый год.
Спасибо большое. Что ж, оценка карты. В общем-то, ребятки, карта офигенная. Я буду ждать вторую серию. Мне она очень понравилась. Обязательно делаю вторую часть создатель карты. И вообще создатели карты, да? Теперь давайте уже ругать карту. Я хочу поругать карту за то, что, во-первых, идет полная грамматики просто никакущий, никакой. Вот. И тут просто нету запятых, их вообще нету, и очень сложно читать. Также проблема с окончаниями, блин, я как училка по русскому говорю, ну, в общем-то, вы поняли, создатели, что за это я, конечно же, снижу 1 балл. 2 балл я снижу за то, что вы облажались с иссушителем. Вы только посмотрите, что там было в начале. В начале я увидела, что там дыра, и я сразу понял, что это приведет все к плохому. И поэтому за это я тоже снижаю балл. И в итоге у нас получается 8 из 10. Собственно говоря, ребятки, на этом мы, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, Рэчик. Не забывайте присылать карты мне в группу или мне в личку. Желательно, конечно же, то, что я вначале сказал. Вот. Ссылочка, опять же, будет в описании. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока, любители Ютуба. Пока!